И больше? Нет, зрение это то есть ты будешь стрелять и от твоих от количества твоего урона, который ты наносишь, какой-то процент, там 24% будет тебе в жизнь сразу восстановлено. Да, я что-то думал, что это на распространяется на мою пассивку. Нет, это лучше всего для таких. Ну, сейчас я подожди, посчитаю. Контактных. Выглядит, как белая чувырла такая летит. Короче, сейчас разберемся. Е, а что такое пробел? Ага, пробел увеличение скорости движения. А все сразу туда стрельнули пару раз. Она выглядит почти так же само. Ага, я понял. Если тут кто-то передо мной. Vision point captured. Ой, хорош. Есть. Так, я что тут в пассивном режиме должен жизнь. Да, жизнь добавляется. Я его видел как лазер? Бля, лазер так валит, блять, я тебе офигею. Я тебе серьезно говорю. Не, я вокруг всех оживляю постоянно. Я так, видишь, почти не воюю. Я постреливаю, постреливаю, лазером стреляю, если что, ставлю вам защитный барьер. Видишь, как играю? В пассивном режиме. А я не могу, это пассивно, у тебя жизнь добавляется постоянно. Я какой-то такой, блядь, робот смешной, я не знаю. Ты на нем вообще слишком легко играть. Ой, блядь, мне нужна помощь. Все, я ускорился. Ага, можно рывок делать вперед. А. На нем. Все, я иду полечусь. Рывки можно делать. Кстати. Прикольно. Не интересный работяг. Такой именно, знаешь, лазером чпокнул, блин, кому-то защиту кинул или себе так, или я еще. Я пошел, короче, вниз освобождать уже. Пора дронов пускать. Шо, а, у вас там двое, да? Вы там разберетесь? Короче, ты знаешь, этот лазер может полжизни срубить? Знаешь как? Если он постоянно, короче, фигачит определенное время, и он может реально полжизни, если ты не убежишь с радиуса действия его. Я думаю, как меня тут хреначил, блядь? Мы пушку тут уже отпулили. Били моего напарника. Этот тут ходил, стрелял. Давай, это вот, они сейчас зажмут пушку нашу. Я тут один, Вовка. Я тут хрен что сделаю. Сейчас. А что такое? А, третья это. Давай, может, как-то это вот. Тут что-то вместе давайте их
освободим роботов с тобой. Давай, давай. Иди сюда. Наша... Ты уже там есть, да? Я иду. А чё в меня стреляют? Ой, блядь, сука, этот робот, робосрань. Ну, наверное, пошли освобождать тут рядом. О, мне надо эту херню убивать, у меня тут задание. Да я вижу. Бегает как в жопу раненый. А не-не, он убежал. А чё он не затормозил? Странно. Не-не, тормозит, когда луч заканчивает свое действие урона. Они тоже освободили этого бомбинджосника. Да, под него надо, кстати, сделать совсем другие экипировку. Это я уже так тут, знаешь, но делаю, что есть. Вверх. Блять, их там очень много, блядь. Блять, это сука меня. Опнуло. Блядь. Ой, блин, чё ты? Давай назад, чё это? Да, чудесно. О, у меня появилась эта хрень. Я освободил. Я ухожу, ухожу уже. Я тут понял. О! Заебали, блядь. Уходим, уходим, что они помарят. Я и так там кого-то чпокнул. Сука. От меня не уйдешь, если я вплотную вошел и лазер включил, все, хана. Я не знаю, что делаем, блин. Так, там прорвали. Надо где-то, давай по центру или что, где-то еще одну снесем. Это. Я, в принципе, еще сейчас кину оборону кому-то из вас. Урон у меня наносит по 105, я там чуть апгрейд на урон взял. Быстрее, что он лазером быстро пулькает. Подумал, пойдет, знаешь. Пока пусть постоят. Ходим, Вовчик, ходим. Они сейчас нас будут давить по полной. Да-да-да. Спокойно, ребята. Че там, обижают, что ли, вас? Обижают. Обижают. Пошли нахер, чтоб тебя коснули, да? Да, погнали. А я летаю, крылья такие сбоку, знаешь, такой. Ангелок маленький. Ты вокс там, помоги, он от меня убегает, прикидываешь? Страйкер. Он уже лазера хапнул пару раз, блин. И не хочет больше. И больше никто не хочет. Да, я возродился.
А, давайте, потому что меня они чуть напрягли уже. Убегаем, красиво. Уровни растут. Чик-чик-чик. Ой, чик. Черную башню нашу там. Шарашит двое наших просто замечательно. Тихо-тихо-тихо. Давай они сейчас повыходят, я может кого-то тут. А я могу сейчас в поле стазис на их кинуть, чтобы они ничего делать не могли. Мы пушку будем. Все бывает. Не уйдешь. Уходим, уходим, бо и меня сейчас тут на части это порвут. Видишь, у меня жизни что-то маловато. Давай отойдем еще чуть подсосется сейчас. Вот сколько их жизнь добавляется, кстати, быстро. И у тебя тоже? Быстро? Потому что у меня на пассив. О, блин, надо эту херню убить, у меня задание. Там надо этих пунктов, блядь, 10 убить. У меня 5 было уже. Сейчас я его, блядь, подловлю, он нахереет, блядь. Он не убегает, ты видишь, если бы он подошел ближе к тебе, я бы как-то стыл, и он бы уже не ушел. Так, идем роботов, короче, подкрываем. Ну, давай. Этот хер там стал, блядь. Бля, они меня обижают. Я ухожу. Я иду, потому что они начали меня поджимать. Я смотрю, что я ничего сделать не могу. Сейчас надо оборону держать. Энергии, кстати, этому роботу не надо, потому что ей хватает дохренища. Я смотрю, я еще ни разу. Так очень аккуратно, не будет толпой заманивать, не выходит. Понял, ушел. Я же еще и ускоряюсь плюс. Ну, это тоже живучая морда. О, ребята. Так, все, я иду на помощь. Давай, бы тут что-то печаль какая-то, блядь. Печалька, 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 печаль. Та-та-ра-ра-ра-ра-ра. Ничего страшного. Иди возьми жизней. Пам-пам. Пам-пам-пам-пам. А я вообще какой-то живучий, я тебе скажу честно. Надо бомбить ему эту башню. Оу, е-е-е-е. Шустрый, шустрый малый. Я тебе дал защиту, но ничего, ничем... Больше ничем не смог помочь. Сам он уже почти на краях жизни был. У нас пушка полуживая, блядь, кстати, по центру. Ой-ой-ой, там сверху тоже Ты где вообще? Давайте сюда, к пушке. Сейчас ее снесут. Так. Прикольный этот робот. Какой он, знаешь? Именно. Дерзкий. Дерзкий парень. Слушай, когда мы успели уже по очкам сливаться, я не понял. А я не знаю, сейчас. Так нормально начали. Прям было было смотреть. Вдруг по очкам мы сливаться начали. Так, беру я, короче, еще на зажигательные снаряды. И все, и все. И что же это такое? О-о-о, ребята, о-о, тихо там. Шует, блядь. А, пушки нет уже. Ох и ой. Вай-вай-вай! Вах-вах-вах! Я не знаю, кого-то надо подловить, но... Ой, блядь, первый раз меня ушатали, блядь.
Прикидываешь, первый разок меня шатнули. Так, короче, не надо ломиться вперед, нужно сверху башню вынести, потом роботов попробовать побольше освободить и начинать их насиловать. Че, ее можно вниз пойти за роботеками? Ну, а башню-то надо сверху снять. Да, но мы их освободим, они в нычку будут мортирить сбоку, ты знаешь, это очень удобно. Давай их освободим в пассивном режиме и пойдем в центр, а те будут сбоку на нас отвлекаться, а те сбоку будут мортирить, понимаешь, прикол в чем? Так, ну мы почти одинаково быстро, ну умерли с тобой вместе, так что давай, что, рулим сразу вниз? Пошли. Погнали, быстренько их освободим. Ну я вижу там двое каких-то, может тоже пошли сейчас к нам в гости. Сейчас накажем их. Он так зубами, ты видел, как акула, пиранья, смотри, как он дергает зубами. Ты видел, когда он отпускает эту фигню, лаву изо рта, он пасть открывает. Ё, что-то мы так круто валим, блядь. У меня аж страх берет. Судьба наша тяжелая. Та-ра-ра-ра. А где они все? О, они отошли от базы. О, дурачья. Ой, блядь, я сам нарвался на эту херню. Ой, блядь, что-то я пошел нагло. Очень наглый тип. Я лучше вам сейчас оборону сделаю. Да, вот что-то мы их легко вычислили, ты заметил? Я не знаю, если я стоял, вообще не шевелился. Да, и это тоже. Ну, они уже поняли, что увидели робота, прикинули себе шансы. Обмозгуешь как-то, мозганешь. Да. Ну, потом, не знаю, надо собирать деньги еще на какого-то стража. У меня, в принципе, еще булварк открыт, можно заняться конкретно еще будет булварком, потом поиграть на нем. Немножко боев привыкнуть, чтоб может тоже сделать на нем какой-то видос. Посмотрим, короче, еще не знаю, не загадываю. Так, ну что ж, можно и пострелять. Сверху, сверху. О, блядь! Ну, есть! Блин, чуть меня не укрыли, блядь, на говно. Блин, страйкера можно было бы убить, но он начал убегать, и эти ему собаки помогли. Ну ничего. Терпимо. Ох, ёб, тут такое стадо, блин. Уже у него что-то... Это Вокс еще дичь. Ох, этот страйкер. О, не ушел. Да подлечусь. Че там? Надо давить на пушечку, не? Что за тобой гонится этот чепушило? Да, гнался. Он какой-то недолугий. Я ничего не смог сделать. Оу, я убил этого малыша. Он телепортнуться хотел, да? Я не знаю, что он хотел, я понял, что он сейчас может убегать, я ускорение нажал и подошел к нему вплотную добивать, знаешь? Чтобы он уже никуда не торгнул. Неожиданно. Пойдем. Где все? Я здесь, малыш! Я тебя, видишь, спас, ну, может, не спас, но спугнул дичь эту. Что-то мы начали защищаться, меня это начинает чуть-чуть напрягать. Надо вниз нырять. Владимир, ты где? Бродишь там.
Давай, иди сюда, идем вниз сейчас. Вот хитрая морда, мне. Ну там не заходи, сейчас там один, осторожно. Я понял, но я хотел его, он убежал таки этот. Ниндзя-черепашка. Что там, Володька, ныряем? Да, сейчас. Ты где там? Давай идем вниз. Давай, бо я один не смогу, у меня нету высасывания жизни вот этой моей еще. Давай, давай ныряй. Давай тут это. Да, долго его валить, блядь. У меня уже энергия даже закончилась. Но... Так, иду энергию подсосну, потому что стрелять нечем будет. Что, ты хочешь вторую еще там освободить? Или че? О, есть отсос. Что, что у тебя есть? Отсос жизней. Ясно. Кто-то далеко зашел. Боясь. Давай, вали эту тварь подретужную. Я и пошел, зато убил ту Зел. Так нагло пошел, ты себе не представляешь. Вы добьете эту пушку, добьете меня? А, уже добили. Ну все, давай это вот. Я предлагаю нырять. И... Сейчас я иду, оживлюсь чуть-чуть. Давай оживляемся и ныряем резко вниз. Окей. И все, потому что мы теряем сейчас реально низ вообще. Сейчас кто-то додумается, пойдет, будет освобождать робот. И это будет неприятно чуть-чуть. Вот, правильно он там. Жалко, так точно здесь нельзя написать, как в танк. Так точно. Ну, мне удобно, знаешь, показали куда, я так, так точно. Все понятно, кто-то пошел. А так, знаешь, вот они не доработали в этой игре вот эту вот систему, знаешь. Вот чтобы было вот, нам, нам нужна помощь, и так точно. Хотя бы вот эти две вещи элементарные, понимаешь. Было бы легче просто вообще играть. Умри, умри. Я так ненавижу после игры Portal 2 вот этих роботов. Просто их топтал бы, блин. Они меня там, тот еще взбесил одноглазый. Ой, боже, как они играют, я не понимаю, что они там не могут сделать. Уже просто защищаться возле пушки так тяжело, я не понимаю это. Все, я их тут разогнал, эту стадо бизонов. Так, еще одно умение, еще одно умение. Энергию или... На энергию, короче, сделал. Без энергии, ну никак. Владимир, ныряем вниз. Или хочешь, воюй, я ныряю сам вниз. Я, в принципе, и сам сейчас разберусь. Можешь не нырять, держи их там просто, чтобы они отвлекали. А я иду сейчас еще одну пушку, чтобы... Что-то быстро наши закончились, я надеялся, что не подольше. Так бы я впрыгнул бы и там начал раздавать. Блин, сверху пушки, дроны. Тут чисто дроны вынесли, блин. Там сверху противников не было. Я зато вынес этого оленя. Рогатый олень. Умри, умри. Они по центру, они, короче, начали прессовать лучше, чем... Да они сейчас офигеют. Блин, эти... дроны. Сейчас увидишь, что с этой пушкой здесь у них так будет. Как они так быстро меня, блин? Я никогда так не мог Рина быстро... До свидания!
уработать. Они быстро урабатывают. А я быстро отработал пушку внизу уже, блядь. И главное, кто? Это же Зел была или еще кто-то? Ну, может, спешелов накидали к тебе там полный этот трусняк. Что ты не знаешь, как они работают. Хитрожопа, бля. О, тут пулеметчик. Он под пушку ныряет, да? Ну-ну. Так, я, короче, отсюда отчаливаю. Ну, меня помогли отчалить. Сзади зашли, уроды. Ну ничего. А что так там уже вообще все печально, я не понимаю. Что это за игра такая? Я один там внизу, блин, а четверо тут центр, никто не может, блядь, прикрыть. Я херею. Это реально печалька. Я не знаю, что идти, сейчас иду сейчас к вам. Идем по центру роботов освободим, сейчас я воскресну. И давим их не центр, либо тут вариантов-то нема других. Согласен, Владимир, со мной? Кто там? Кто там стреляет в моих? Да ты чепушила лесная. Она меня боится вообще как мне. Блять, у меня глючит, и я не могу ее догнать. Давай, Хэт, иди сюда. Сейчас, дай подлечиться чуть. Надо... Блин, мне нашу пушку внизу начали все, там. Все, все вниз идем. Сейчас я включу свой пулеметус. Страшно. До свидания, малышня. Блин. Убил троих. Выжил. О боже мой, вот это я получил кайф сейчас. Ух ты, там Джемани ботом, короче, чуть не убил это. Зел, блин. Вообще зверь. Так, иду еще ниндзю черепаху тряпну. Хрепну. Не знаю, что хочется он. От меня все убегают, Владимир, ничего не могу сделать. У тебя просто большая пушка слишком. Давай это вот, о, убили. Давим этого. Эту пунделя этот здесь по центру. Давай. Так я один не хочу, блядь. Давай кто-то со мной один еще сюда. Ты так не того, давай сначала этого, наверное. Ну давай. Умри! Так. О, блин, бежит. Давай, малыш. Лучше поздно, чем никогда. Погнали дальше. Сейчас мы их подчим. Еще вниз потом пойду пушку освобождать. О, малыш, ты что? О, этого можно убить. О, есть, я на урончик беру себе. Где этот дрон? А, блин, он его освободил, да? Да. А чем мы сверху надавить центр? Давай, дави, я освобожу просто робота, чтобы он в нычку пошел, там постреливал. Дрончик. Вы там отвлекайте их, не боясь. Все я будет... не хочу один, в принципе. Опа, ну давай вместе давим сейчас. Он, блин, со мной этот ходит блиц. Тот маньяк. Бери давай, бери сам. Так. Ой, сверху давит. Вы идите наверх, а мы сейчас попробуем пушку снести им снизу. Пока его, они там заняты. Хоть какую-то полезную вещь сделаем. Ну давайте пушку убить. Ну сейчас они нам пушку снесут. Мы тут стараемся. Не, энергия закончилась. Не, ну эта пушка уже тут на ладом дышит. Я предлагаю отходить этому блицу, может он поймет, что я имею в виду, потому что. Ну вы там где вообще? Ага, вас закосали.
мы тут давим снизу с ним вместе, так чуть напрягаем, знаешь. Мне надо энергию чуть подсобрать вообще-то. У меня с энергией вообще такая жопа. Что-то у меня. Сейчас пушку добьем, если они не будут ее защищать, сразу тебе говорю, Вовка. А они не хотят защищать. Значит, не судьба. О, сделали нам ловушку даже. Убили меня, но пушку зато снесли. Черт с ним, это с этим всем. Работу сделали свою грязную. Так, теперь давай, куда мне идти пушку валить? Я вот сейчас буду думать, в центр, что ли? Можно центральную, в принципе, давануть. Ой, такой чаёчек сделался хороший. Так. Ух ты, я лучший в команде. Вау, вау, вау. Владимир, ты за мной там по пятам. И Блиц тоже еще. Что-то там воюет. Ух ты, снизу пошли просто стадом. А вы сверху уже пушку это вот? Хорошо, ну нам снизу пушку замочили, считай. Как бы это печально не звучало. Я защищаю, ты где сейчас? Давай телепортируйся на базу. Блин, я не на ту клавишу нажал. Телепортируйся, я здесь возле нижней пушки, они сейчас будут идти все сюда. Я их там чуть пощипал. Блять. И... Да, я очень хотел эту вокс снести, блядь. Ох, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вовка, ты, блин, был на грани безумия. А у тебя же нету бессмертия? Нет, я не на ту кнопку нажал, потратил ее. А, я понял. А то я думаю, ты мог бы сейчас превратиться и нащелкать это. Вот, хорош, отомстил, молодцом. Сейчас я появлюсь и ударим новой силой. Что они снизу так поломились, яро, блядь? Ой, Вовка, да, тут надо тебе текать. Три настырная тварь, а? Блин. Я сейчас ее убью за это, блядь. Фу, ну, хотя бы отмахали пушку, не дали убить. А Вокса убили, да? Так, что, нам надо что-то делать. Что по центру? Давайте по центру валить. Я не знаю, что они при этом вот прижались к этому говну, блядь. Не знаю. Сейчас будем давить центр, блядь. Я вон как раз намылился на этого дрона. Ой, ниндзя там сзади. Да его сейчас замочат. Нихера не замочат, блядь. У, малыш, ты что? Не думай телепортироваться далеко. Все, центр давим. Задавил, блядь, мне надо, блядь. А мне уже это сделали, блядь. Мне надо еще один обзорный пункт срезать. О, да, надо правильно, правильно, Блиц, думай. Давай, иди сюда. Блядь, у меня энергии нету. Я бы эту пушку сейчас бы, блядь. Хотя, блядь. Ой, блядь, снайпер. Сука. Смотри, стадом пришли за пушкой, уроды, а? Хорош, по центру пошли, вот это то, что надо. Ой, пушка тут еле дышит, ого! Да тут хана, блядь. Давайте выносите эту хрень. Бля, Вовка, уходи лучше, не надо умирать, я и так уже в жопе. Иди вверх, да-да-да-да, хорош. Что пушка там, а там уже есть все. Один раз там кинуть какую-то бомбочку. Эх, не перепрыгнул. Завязалась борьба, блядь. Сейчас наши подохнут здесь из этой пушки, блядь, все. Я быстренько освобожу сейчас эту мортиру снизу и пойду на центр.
может их дроны какие-то более... У них Gemini, она могла поставить на дроны эту всякую херню. У нас тоже Gemini. Ух ты, они тут в самом центре где-то. Ну и чё. Я сейчас быстро освобожу еще одного дрона и иду в комнату. Чтобы он щемил пушку внычкой. Оставь его в покое. Давай добьем пушку по центру. У нас это... Классная роботехника. Ой, они освободили. Дракона? Тогда вы давайте обратно все сюда. Сейчас, двоих тут, короче, уложили. А, у них четверо сдохши, надо быстренько... ...попасить их всех. Дракона убивать. Ты отходи, вот сейчас я на центр подойду. Я его валю, пока он тут это вот валит. Моих. Ого! Дронов пока валил. Все. Отходит. Надо его по дороге поддалбливать чуть-чуть. Долбите его по дороге, главное, потому что, блин, ты понимаешь сам, да? Чтобы он не дошел вообще никуда, блин. Жалко, мы никак не можем проявить инициативу. У них столько сдохло, можно было так дожать их. Этот сраный роботек не в тему вообще вылез. Сейчас я его пугану чуть-чуть. Сейчас дроны пойдут вперед. Шуганем, блядь. У нас уже эти такие дальнобойные уже запустились, а то я что-то не заметил. Ой, блядь. Тут меня не уконтачили, мне. У нас дальнобойные есть. Должны ходить по-любому. Вон, видишь, их базу уже на 3% пощелкали, там, пока они там думают. Че там его чуть-чуть еще добить осталось, да? Отходи. Ничего не зря, их тоже надо. Ого! Замедлило сучара меня. Ну там этого робота уже добьете, он там полуживой, это фигня. Сейчас тебя воскресну. Какого робота? Я его думал. А, уже нету? Ну все, тогда тем более, что там переживать. Это бьете. Блиц такой, блин, бегун. Он красавчик, чё, блиц он у нас, кстати, лучший команда. Джемани у нас прикрошенная, просто сливается. Это бот, что ты хочешь? Да. Бля, я так долго выхожу с этой жопы, бля. Рожь, повернула эту козу. А вот и Улежик. Чё ты там освобождаешь робота? Блять, у них там полуживых уже почти нет. Надо давить быстро, чем по центру. Да, нужно давить с чем-то. Просто так давить не получится.
Блять, я иду. Надо бы идти подлечиться мне, бля, полжизни это не игра. Я иду вниз дронов освобождать. Сейчас унычку нащелкаем им урона. Так нормально, я сейчас сбоку этих дронов и зайду им с тыла. Будем им щелкать, пока не выпадет. Тем более трое уже в жопе. Они там двое в обороне, я сейчас еще этих подгоню. На всякий случай. Понеслась. Чудом ушел. Чудом ушел. Сейчас я чудом приду. Да, они сейчас будут офигевать с тыла, бля, как их сейчас будут тут подчимливать. Все есть, все, дрончики освобождены. Нет, ух, нет. Сейчас тут будет жарко. Фу, блин. Это, блин, был, короче, на волосок. Ох, там щим идет, ёшкин кот. Я еще пришел тут с этими мортирами. Снизу. Ого, ребята! Я иду, телепортируюсь на базу, блядь. У меня жизни там, даже не хочу говорить, сколько было. Не пугать тебя, Володька, с жизнями своими. Что-то у них там уже полное жё. Или они ещё там пытаются что, обороняться? Всё? Так мортиры там снизу еще были, я ж там с такой кучей пришел. Они их и затоптали. Красиво! Затоптали. Можно печеньку даже съесть. Это да. Так, что там? Я на третьем месте. Ну так, неплохо, ну, сыграли. Блиц, а я где? Блиц и страйкер у нас такие хорошие, пацаны. Я больше всех рыл, наверное, на гасил, не? Да уж, ты нагасил.